Соревнования для малышей «Забег в ползунках» организовали уже в 9-й раз. Ежегодно он дарит море позитивных эмоций не только маленьким участникам, но и их родителям. Конкурс предназначен для детей от 6 месяцев до года. По условиям забега ребенок должен быстрее всех преодолеть дистанцию длиной 2 метра. С помощью секундомера жюри определяло время, за которое участники проползали расстояние на специальных матах. Родителям была отведена своя роль. Задача родителей, чтобы ребенок не сбился, вовремя дополз, правильно с правильным направлением. Поэтому они ему помогают всячески, зовут, подбадривают, показывают всякие красивые штучки для того, чтобы ребенок быстрее преодолел свою дистанцию. Всего было 6 участников. Первое место заняла Ева Пекина, ей 1 год. Мама Юлия очень волновалась за свою дочь, потому что это было ее первое соревнование в жизни. Я хочу, чтобы когда лет через, наверное, 20 я покажу ей это видео, чтобы она испытала такие же эмоции, что вот там, в год она получила свой первый такой большой приз. Все участники забега в ползунках получили грамоты и подарки. Их вручали муниципальные депутаты, победители предварительного голосования партии «Единая Россия» Татьяна Вуевич, Мария Гаевская и Алена Кокоева. Также они пожелали всего самого наилучшего жителям округа. Хочется сказать, что семья – это наше все. Цените друг друга, любите друг друга, помогайте друг другу. Наши дети, наши близкие, родные – это все, что у нас есть. И хочется сказать, что важнее семьи нет ничего в жизни. Хочу всем пожелать, чтобы их близкие всегда были рядом, всегда было все благополучно, все были здоровы, счастливы. И почаще, чтобы все улыбались, обнимали друг друга, говорили друг другу слова любви. Для детей постарше организовали творческие мастер-классы и развлекательные игры, а местные исполнители смогли поднять настроение всем присутствующим. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».